что если соблюдается закон, то люди в соответствии с Конституцией имеют право собираться на митинги, на пикеты, проводить шествия. Самое главное, чтобы не было нарушения закона, не было противоправных действий, не было никаких провокаций во время этих мероприятий, чтобы не страдали люди, а люди имеют, наши граждане имеют право на любые суждения, мнения, позиции, и оппозиционные, и проправительственные, пропрезидентские. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» проводили 1 мая свои мероприятия оппозиционные. И у нас риторика где-то была даже жестче, чем у той же Болотной. Но мы всегда руководствуемся действующим законодательством. Мы считаем, что не должна пролиться ни одна капля крови, или никто не должен быть задержан из-за каких-то политических предпочтений отдельных граждан. Все должны действовать в рамках закона и соблюдать принцип конституционного равенства, принцип свободы слова, принцип свободы выражения мысли. И здесь, если есть потребность, если есть желание у людей выходить, имеют на это право.